Всем привет! 27 июля. У нас намечается похолодание. Пока теплые денечки. Я покажу, что я переделала вот в этой клумбе. Вот это Ликс Бордер. В общем, это астранция белая. Здесь такой большой куст. Это роза канадская. Это гортензия крупнолистная, синюха белая, это на семена мак, это клопегон. Я покажу полностью его. Примерно так вот он выглядит. Вот. Это вероника колосистая. Она у меня здесь в клетке. Очень разрастается, ползет, имейте в виду, очень аккуратно с ней обходитесь. Я убираю половину, когда она отцветает. Лилейник здесь, немножко лилей. Я не очень люблю монохромные посадки, так как я хочу, чтобы моя клумба или мой миксбордер были постоянно в цвету с весны до осени, поэтому разнообразие цветов. Я потом еще сделаю отдельное видео, как на этой клумбе весной, там летом и осенью. Хочу, чтобы постоянно все цвело. Это клематис еще не распустился. Так, это рододендрон. Кариопсис мутовчатый. Вот здесь такие розочки. Расцвел лилейник. Вот такой вот. Это тоже кариопсис мутовчатый. Гортензия. Это пион. Вот здесь вот. Как вам будет видно. Вот пересадка. Моя пересадка. Это пенстемонно-перстянковый. Вот здесь вот как раз у меня сидела вероника. Я ее отсюда убрала. Это здесь смотрится лучше. Он еще прибаливает. Я его с большим комом земли взяла. Это там дальше астранция. Здесь будет распускаться кровохлебка. Это флоксы из серии Natural. Так, здесь вот тут скабиоза, это клематис цельнолистный, скабиоза, это флокс блю парадис, там дальше клематис цельнолистный, интегрифолия, вот это вот набирает цветоносы, аконит. Вьющийся, видите, он уже как пошел высоко. Вот там вот тоже роза. Тут прострелы, внизу маки. Клематис прямой, прямостоячий. Это здесь был василисник. И вот его оплелка донопсис. Шарики, машарики. Пока убирать не буду. Внизу тут хосточки, маленькие астильбы, там будут розы. Это хвойничек, туечка. Там тоже здесь много посажено прострелов. Так, вот такая вот роза. Не знаю, вместе с клематисом цельнолистным. Вот, между прочим, очень хорошая парочка. Розы и клематис цельнолистный. Ну, вот так вот. Тут склон такой резкий вниз. Вам, наверное, не очень видно, но... Я вижу это действие. Вот так вот. Готовник. Здесь понятно, что тысячелистник.
Лакосты. Название не помню, потому что покупались они давно. Так, это флоксы. Почему я еще буду подсаживать флоксы, я вам объясню. Вот это вот маленький флоксик такой, это недавно подсаженный. Там трилиумы, новая подсадка эхинацеи, дайнанты, рододендроны, маки начинают по второму разу, уже по десятому распускаться. Это горячавка, это геранька пепельная балерина, вот снова распустился прострел, вот там вот такие розы вместе с флоксом Blue Paradis, это голубые флоксы, вот такая вот хосточка желтая, вот такая маленькая елочка здесь, здесь же гелегии, вот хоста. Вот такая вот маленькая елочка. Вот такой огромный куст тоже прострела. Вот здесь, ой, так, бересклет. Вот так вот. Вот тут вот такая розочка будет. Это у нас перетрум. По краю сидит отчиток. Вот у меня такие бордовые, розовые и белые. Вот снова еще один куст. Ой, хвойничек. Вот здесь вот я, как говорила, посадила пенстемон на перстянковое место Вероники. Около астранцы у меня здесь сидела огромная хоста, вот прям вот таким вот пространством. Я посадила туда, тут не очень видно еще, там молоденький куст герани луговой. Она голубая, она, в общем-то, сама, наверное, синяя, сине-фиолетовая такая, но ближе к синему. Герань луговая, она тут раскинется так живописненько. Это просто однолеточка. Сюда посадила маленькую розочку и небольшая будет астильбочка. И, скорее всего, я еще здесь посажу флоксы. Флоксы какие-нибудь там, или нежно-розовые, или с голубизной, чтобы здесь вот не было такой пустоты. Но флоксы, скорее всего, потому что вот маки отцветают, и нужно здесь какое-то пространство. Хотя герань, она, это луговая, она цветет очень долго. Это одна. Так, бересклет Копмана. Там сейчас будет набирать свои сережечки. Вот, так, обрезала я эту хохлатку. Центра продолжает цвести. Розы тоже. Это роза канатка. Ну и вот сейчас она будет выглядеть. Ну вот этот пенстемон на перстянках мне очень нравится. Вот так где-то это выглядит. Ну вот здесь вот будет немножко по-другому. У брата хоста и этот. Здесь будет розово-бело-голубой цветник. Вот где-то так. Ну вот пока и все. Вот так вот. У меня все выглядит. Вот там клапагон огромный. Ну все, девчаточки, пока-пока. На этом все. Такие небольшие переделочки у меня. До новых встреч!